Так, значит, вспомним, что в прошлый раз, о чем шла речь. Значит, мы говорили о эквивалентном квантовании инструментов подходит без дух. В прошлый раз мы заметили, что спектр физических состояний, фермионные струны, может быть редуцирован таким образом в области, как мы обсуждали, мы все время говорили об одном. В правом сердце, в котором левом, в котором рассматривались нейрошварцевские и рамоновские состояния. И вот физические, после того, как мы пришли в физические состояния, то мы также убедились в том, что число после некоторой редукции, число состояний в двух секторах. На каждом уровне, то есть в каждом значении массы частицы, соответствующие этому состоянию, одинаково. Это является принципом суперсимметрии пространства временной. Дальше мы хотим построить явно группу суперсимметрии, генераторы. И мы, значит, для этого в прошлый раз заметили, что в фермионной струне имеется скрытая N2 суперсимметрия. N2 суперсимметрия, N2 суперверосора, алгебра которой N2 супер расширенная. N2 расширенная. И значит, эта алгебра обладает таким автоморфизмом, который называется спектральный поток. Но на самом деле лучше правильно говорить по-другому. Лучше сказать, что имеется две алгебры. N2. Одна нейрошварцевская, а другая рамоновская алгебра. Все-таки две разных алгебры. Генераторы генерируются целыми числами, в другом несчетные генераторы полуцелыми. Целыми полуцелыми числами. Да. Вот, значит, каждый из этих алгебр, каждая из этих алгебр, во-первых, обладает действительно автоморфизмом, который спектрального потока, который действует сдвигом, сдвигает номера нечетных генераторов на какое-то целое число. А кроме того, имеется, я не знаю, как правильно сказать, гоморфизм, что одной алгебры другой. Вот это все эти свойства называются, эти преобразования, это называется спектральный поток. И поскольку в рамоновском секторе струне действительно действует рамоновская, N2 рамоновская алгебра, наоборот, шварцевском секторе, не шварцевском, то значит, можно думать, что этот автоморфизм можно использовать для построения преобразования суперсимметрии, которые должны переводить фермионы из суперсимметрии в нечетные генераторы супералгебры, супергруппы, переводят фермионы в озоны, озоны фермионов, то есть частицы меняются. Поэтому идея состоит в том, чтобы использовать. Я хочу напомнить.
некоторые формулы, потому что они нам понадобятся. Сколько я не успел составить конспект, я буду отрядывать шпаргалку в нашу статью Лёвы Кузины, которая этому посвящена. Значит, работаем мы в РСП. В РСП подходе. Мне бы это хотел бы напомнить форму. Значит, у нас имеется верстоподход возникает, когда мы фиксируем калибровку, у нас возникают духи, и в системе имеются материальные, так называемые материальные поля 10 полей бозонов, 10 фермионных, и также возникает ВТ-гамма система. ВТ-фермионные духи и ВТ-гамма бозонные духи. Значит, наше действие, которое зависит, я не буду писать, зависит от всех этих полей, обладает симметрией, фермионной симметрией, генератором которым является ДРСТ. ДРСТ, я его спрашиваю Макубел, кто называет дальнейшим, который имеет интеграл вот ДРСТ тока. Этот ток имеет вид. Дух С на Т двойная импульса материи, то есть которым мы от этих полей, плюс половина Т двойная импульса духу. Потом часть и усиливаем, часть из этого запишем. И кроме того имеется дух гамма, который бозон гамма, который умножается на суперток материи и половина супертока духа. Значит, именно в случае, когда имеется D равно 10 или центральный заряд вот этой фермионной система равен 15, переставить на 10. В этом случае QB квадрат равняется нулю, и мы определяем практически ставим как гомология этого, как гомология такая. Значит, дальше, ну вот, понадобится выражение для энергии импульса духа, то есть я напишу Cb плюс 2 Cb гамма дальше имеется значит, в этой симметрии, которая играет роль, связи, и которая, собственно, по которой строится БРСТ, то это симметрия энергии. Суперконформная симметрия, она генерируется
этими токами, тензором энергии импульса, полным тензором энергии импульса и полной энергии симметрии, полным тензором энергии импульса и полным супертоком, который является, они являются суммами. Вот не с коэффициентом тока, а суммами тензоров энергии импульса материи духов и суперпартнера материи духов. И значит, имеются генераторы этой суперсимметрии, модули наших токов РН и ЖН. И ЖН принимает значение полуцелой, если это не вишварский сектор, а целый, если это рамоновский сектор. Дальше у нас имеется, оказывается, что в этой системе имеется большая симметрия, на самом деле. Большая симметрия именно N2 симметрия, ее генератором является центр энергии импульса, два супер нечетных, два набора нечетных генераторов этой алгебры и O1, так называемый ток O1 GN. И они удовлетворяют функционным соотношением, которые я буду писать. В принципе, это алгебра имеет некоторый центральный заряд в C. И опять же имеется у нечетных генераторов число, числа номера этих генераторов соблюдают целые, полуцелые или полуцелые значения. И в этой алгебре имеется вот этот изоморфизм, как он называется, наверное, неправильно, спектрального потока, который переводит алгебру в себя, если сдвиг происходит на... Этот изоморфизм нумеруется числом это, и действует он таким образом. Если, значит, n это целое число, единица, скажем, то это или плюс или минус единица, если минус единица, то это действительно отображает эту алгебру саму в себе. А если это равняется плюс или минус 1/2, или вообще какое-то нечетное полуцелое число, то тогда рамоновское переходит в мишварскую. И наоборот. И значит, в этой алгебре имеется вот этот генератор GN, генератор, который соответствует модам тока, O1 тока. Этот ток имеет размеры единицы. Для того, чтобы построить действие спектрального потока, вот этого потока на представлениях,
мы дозонизуем этот ток. Значит, этот ток, давайте еще здесь напишем, операторное вложение, сингулярная часть операторного вложения такого тока равняется C на логарифм U минус Z, сингулярно начнем. Мы вводим бозонное поле, такое, что производное, то, что ток является его производной. И тогда мы можем этот генератор спектрального потока записать как вот это как экспоненту экспоненциальное поле от которого показатель экспонента есть параметр вот этого преобразования помножен на вот это поле, на это бозонное поле, которое его значит, через которое мы его выражаем. И после этого мы, если у нас есть какое-то поле V, которое, на которое действует исходная алгебра, то после преобразования действует на поле, которое мы будем, мы называем V это, которое равняется этому U это умножение на такой экспонент. При этом происходит, наверное, в прошлый раз вы проверяли, что при этом происходит именно нужное преобразование размерности заряда и фазы. Фазы между нечетными токами и так преобразованным вектором. Вот, теперь, значит, дальше. Это общая идея, как построить действие на каком-то представлении этого автоморфизма. Как это выглядит, как выглядит N2 алгебра в NSF струне. Для того, чтобы это сделать, нам нужно разбить наши фермионы, ввести их линейные комбинации, которые называются у нас пси х плюс минус. И как приближает значение с нуля до 4, 5 пар. Синоксис минус.
и остальные К уже больше нуля, плюс-минус, содержит здесь так написать 2К минус 1 плюс минус и вообще 2К. Я тут заметил, что у меня как написано не так. Сейчас, вот тогда псевдин выйдет туда и сюда. Это плохо. 2К и 2К плюс 1. А, 2К, да, а, ну да, все правильно. Плюс 1. Это аналогичное введение операторов рождения и уничтожения. Мы вводим, когда мы хотим написать представление алгебры Клиффорд. В конечном счете здесь тоже имеется такая бесконечномерная алгебра Клиффорда. Такого же байса генератора. Значит, при этом, да, кроме того, мы можем то же самое таким же образом разбить поля xμ на такие же пары. Таким же образом я не буду писать, тем более, что на такие же 5 пар. Сейчас, ну, xμ у нас бозон вроде. Что? Ну, xμ у нас вроде бозон. Тем не менее. Вот. Мы можем сделать в комплексном ввести. Ну, такие комбинации комплексные. Я всем правильно веду терминатор. Такие комбинации. И тогда после этого, операторное разложение. У них такие пси к у на пси минус и от z. Сингулярная часть равняется дельта КЛ на уровне Z. А если здесь знаки одинаковые, плюс или минус, то сингулярности нет. Ну и аналогично у иксов тоже имеется аналогичные такая же формула, только здесь стоит вместо единицы на уровне Z стоит логарифм. А если одно из полей продифференцировать, одно из двух, то будет тоже похожее соотношение. Ну да, даже я его напишу. Это dx плюс k я подаю на x минус разрешаем. Это минус минус. Вот. Дальше, значит, и тогда мы можем, у нас возникает алгебра. Это значит, пока что я рассматриваю ту самую только материальность. Напоминаю, форму материальности. Возникает алгебра материальной секции N2. Генерируется такими токами G плюс B. Это есть какая-то у нас не очень удачная нормировка. Наверняка это можно сделать более разумное. И K плюс на B K минус. Минус K и K от 0 до 4. Естественно. А же минус ответ. А, ну просто так. Каждый здесь минус, а здесь плюс. Здесь минус. Вот так. Эти токи пишутся. А ток G ответ. Тензорная один плюс. Да, однако тот же самый. Ну, как казалось бы, просто комплексно. Как бы плюс-минус это как бы комплексно запрягается. Нет, я не уверен.
все-таки возможны. Вот, а ток, В1 ток, в частности, вот одна из проверок заключается в следующем. Ток у нас исходно есть на 1,7 симметрии. И там нечетный ток пишется, да, и он записывается как 7 μ, да, 2х μ. Поэтому надо подставить вместо 7 эти формулы, которые здесь написаны, 7 и х μ, и удостовериться в том, да, эта алгебра является под алгеброй в N2, то есть этот G от Z равняется G плюс от Z плюс G минус, да? Нет, тогда, казалось бы, знак минус должен быть комплексно сопряженный ему. То есть мы все и заменяем на минус и. Ну, давайте с первого проверим, что равное нулю. Получится здесь что-нибудь похожее на правду или нет. Сложим здесь. Здесь, значит, имеется у нас Пси0 на dx0, да? Минус Пси1 на dx1. Да? Минус остальные члены. Вот это здесь, в G, это G от Z, а плюс остальные члены. А теперь я хочу сложить G плюс G минус. G минус, если это так, то выносится и на корень из двух, а дальше записывается 0, да? 0, это пси 0. Здесь стоит такой G и Пси плюс на D X минус, да? X минус ноликовая. Прибавить Пси минус ноликовая на dx 0 плюс. Плюс остальные члены. Вот это должен произойти от этого. Ну и что получится? Пси 0 плюс пси 1. Который умножается на dx 0 минус dx 1. И прибавить надо пси 0. Минус Пси 1 на 2х0 плюс x2. Похоже на то, что выполняется. С точностью вот до этого вообще не нужно. Ну не знаю, например, одна надежда на ровно. Поскольку только он делает задачи, он укажет на ошибку. Так, значит, итак, мы теряем секторы вот этой алгебры. G равен сумме Пси-К плюс на Пси-К минус. Пока. От 0 до 4. Но, значит, этот ток играет роль одного из генераторов группы вращений, в пространстве, в десятимерном пространстве, точнее фермионной части этого генератора. Это сумма, такая диагональ этой группы, когда поворот происходит одновременно в плоскостях 0,1, 2,3 и так далее. Вот, дальше
То есть это у нас имеется такая N2-алгебра. И дальше мы еще удобно для дальнейшего все эти формулы обязательно надо вспомнить, что мы будем что-то нам нужно будет еще вычислить. Значит, мы для удобно для написания генераторов физических, для написания вектора физических полей удобно базализовать поле пси. Базализация постоянно применяется. Все поле пси базализуется таким образом. Выводим бозоны, 45 бозонов, которые нумеруются буквой К или Л, и у которых сингулярная часть равняется минус дельта К и Л, ну, я лишний. И через эти бозоны наши определенные поля плюс-минус вот эти комбинации записывается просто вот так. Вот. С помощью этих бозонов пишется специальный такой вектор в нашей теории, который называется спиновое поле, который играет роль вакуума вот, в материальной части в Романовском секторе. Остальные вектора в Романовском секторе, в материальной части Романовского сектора, получается применением уже полей Си к этому спинному полю. Он записывается так. С. Здесь пишется иногда на звук альфа, не очень удачная, до сих пор не удалось. И это альфа, причем является вектором, пятикомпонентным вектором. И тут есть экспоненты и сумма альфа К на АК. АК от 0 до 4. И К проверяет значение снова от 0 до 4. То есть проверяется, что такое спиновое поле является примарным полем относительно нашей алгебры. Да, альфа прямая, да, я не знаю, прошу прощения. Ты зачем написали К? Что? Нет, я просто зачем написали К от ряда 4? Да. То есть альфа прямая до значения. Как это альфа? Нет, скажите. Альфа прямая, а каждая альфа, да, а каждая альфа принимает два значения, плюс или минус 1/2. Но всего-то у нас бозонных полей, бозонов 5. И, соответственно, коэффициент здесь 5. Да, 4. Да? Да. Еще один неправильно написал. Значит, вот это спиновое поле. Значит, всего имеется, у этого поля всего имеется 32 компоненты, да, как и полагается, спинору в десимерном пространстве. Спинорное представление алгебры Клиффорда, которое задает десимерные матрицы, гамма-матрицы, и спинорное же представление группы О10, точнее у нас не О10, а группа Лоренца, значит это SO19, это и есть спинорное представление, на них действует наша группа. То есть если мы возьмем генераторы, напишем генераторы, мы это не делали, но хорошо тоже проделать такое упражнение, если мы напишем генераторы группы Лоренца,
через наши поля Пси и Х, которые у нас же есть инварианты относительно группы Лоренца, и по действиям этими операторами, этими зарядами на это поле, мы увидим, удостоверимся в том, что они преобразуются как надо. Вот. Да, ну размерность этого спинного поля нам она тоже понадобится. Размерность спинного поля равняется 5/8 или 10/16. Ну это понятно, да? Каждый экспонент, здесь произведение имеется 5 экспонент, каждый экспонент имеет размерность альфа квадрат пополам, альфа равняется 1/2, значит, как положено. Познавайте. Вот. Значит, вот так это об алгебре материальности N2. Духом сердца имеется. Да, и чтобы закончить. Значит, если N2 алгебра, есть O1 ток, который вот записывает. И теперь мы можем переписать этот O1 ток через наши. Через наши бозоны. А для этого будет равняться И на сумму ДХК. ХК от пока от 0 до 4. И ХК это вот эти бозоны. Тем самым мы, как я там записал, один ток через. Один ток через бозоны. Было там или нет? Конечно. Значит, когда мы писали формулы для оператора у это, то мы использовали деноминацию один ток. Значит, если один ток, мы вводили бозон, вещи нет, только здесь. Может быть рядом здесь и там или нет. Нет, просто здесь. И тогда этот значит у нас этот и этот фи в тех формулах, которые были, нормировка этого бозона фи была такая, что ясно, что это вопрос нормировки. Вот. Она была такая, что фи в игратном изложении фи должен быть центральный заряд на. Вот. Теперь у нас здесь посмотрим, что здесь у нас. Как этот ток φ выражается через H. Здесь, во-первых, это φ материи. Я буду говорить φ материи, φ материи, бозон этого один только в материальном секторе равняется и на сумму H-катных. Да? На 4. Так. Значит. Соответственно, фи операторное изложение будет складываться из операторных изложений наших А. Здесь возникнет и в квадрате, то есть минус, и h с h равняется минус дельта kl, да? Значит, будет минус 5. Минус 5 на логарифм, у минус, правильно? Сейчас. Ну и все правильно, значит, все правильно, потому что центральный заряд у нас материального структура, центральный заряд равен 15. И
тогда, значит, вспоминаем тебе, что у вас, значит, этот оператор специального потока сравнялся. А, он сравнялся, есть степени это фи, это фи. Ну вот, а фи будет вот таким. Так, теперь духовое сердце. G+ духовый ток меняет корень из двух на первое бета плюс 3 вторых dc на b. G- духовое меняется минус 2 на корень из 2 на b гамма. Ой-ю, а на прошлой лекции было просто минус корень из 2. Может быть, это было крайне чем то, что я сейчас. Значит, какой здесь коэффициент? Давайте я здесь его. Ну, в конце концов, это не важно, когда дойдет до вычисления, мы там снова сверим коэффициенты. Сейчас пока что просто идею вспоминаем. Значит, вот такие, как выглядят токи через наши бета и гамма. И еще имеется U1 духовый ток, который равняется 2BC плюс 3 бета-гамма. Здесь тоже может быть что-то такое. Затем, значит, мы эти токи... Да, ну и проверяется, что все эти генераторы повторяют снова нужным операторным разложением, которое есть в нашей... Ну, в частности, там одно из операторов изложений через то, что у один ток G плюс минус ответ духовый равняется плюс минус G плюс минус ответ на уровень Z. Вот такая симметрия часть. Но это означает, что у этого тока имеется у этих токов, нечетных токов, имеется заряд, у один заряд плюс единица уже плюс и минус единица минус. Этот U1 заряд, Q, Q возникает как раз, просто каждый раз надо говорить, что это такое. Это нулевая Фурье гармония шиной, то есть это есть интеграл du g. И вот применение такого Q g плюс минус мы видим из этой формулы, дает плюс-минус g. Правильно? Потому что здесь как раз применяет теорему Кашема. То есть возникает U1 заряд. Там, в принципе, классный для нас вещь. Вот. Затем мы должны для того, чтобы опять же писать вертексы, и не только вертексы, но писать представления, удобно произвести бодонизацию всех духов. Значит, имеется в то время как у системы BC фермионных духов имеется одно единственное представление, а не фермионное, которое содержит пространство представления, пространство представления содержит вакуум такой, что bn на вакуум равняется нулю, для n больше или равно нулю,
А C0, а Cn на V равняется нулю, Dn больше. Больше всего. Vn, Vn, Cm, Cm. Антиконтакт равняется дельта n минус. Ну и все остальные вектора состояния получаются многократным применением c минус n1, c минус n2, отрицательно n2, b минус n1, b минус n2 к этому вакууму. Ну, единственное. А когда у нас появились теперь еще духи бета-гамма, они являются бозонами, и в этом случае имеется у бета-гамма систем имеется множество вакуумов, которые отличаются тем, что их моды уничтожают этот вакуум, начиная с больше некоторого числа Q. А соответственно, гамма больше числа. Ну, нет, здесь больше равно должно быть, я сейчас об этом не думаю. Минус. Вот. Это число называется картиной, и возникает представление, которое нагружается вот этим числом, картинами, они не экранентные представления. Аналогично можно было бы определить, казалось бы, я просто напоминаю, казалось бы, аналогичным образом можно и здесь определить разные представления, написавшие здесь такое же вот неравенство. Но легко построить сразу же такой вектор в исходном пространстве, который будет удовлетворять вот этим соотношением, в этом случае, благодаря принципу Паули. А в этом случае это сделать нельзя, поэтому они не эквивалентны. Это картина называется. И, значит, нам нужно... Мы вводим бозоны для того, чтобы еще и написать вот в бозонном представлении вертексы, отвечающие вакуумным векторам в картине Q. И значит, для этого используется три бозона. Ну, для бозона, один бозон сигма, который называется у нас, который дает соотношение сигма Q, сигма Z. Углеродная часть уменьшена. Духи В и С через него выражаются в степени сильного и В в степени минуса. И для духов В и гамма вводится еще два батона Фи. Знаки разные. Ну и тогда через них дух гамма равняется степени фи минус хи, дух бета является хи минус хи минус фи на д хи. И значит можно проверить, это не привязано такое вычисление, что если мы возьмем вот такое представление и вот такие операторные изложения, то тогда у нас действительно получится как нужно. А именно бета от У с гамма от Z будет равняться единице на У минус Z, а бета с бета и гамма с гамма не будет иметь особенности. А как мы тут разные картины включаем тогда? Сейчас, картины я сейчас скажу. Это мы пока позанизовали просто их. А теперь вопрос о том, как кого надо поставить вакуумному вектору в картине Q, который задается там соотношениями, я не буду их все вспоминать, и вообще это можно даже рассматривать как задачу, как согласовать то, что я сейчас, то утверждение, которое я сейчас сделаю, вот таким соотношением типа Btn от Q равняется нулю, для n больше или равно Q, а гамма n равняется нулю для n больше минус Q. Ну вот это весь вопрос, правильно ли это.
только рассматривать это как упражнение. А утверждение заключается в том, что эти соотношения надо писать, исходя из такого определения этого состояния, как естественный кухи. Поставить ему такой вес. Тогда, используя вот эти информационные соотношения, то можно посмотреть, чему, какие моды, начиная с какой, зануляются у моды бета. Бетн, понятно, что это такое бета. Н определяется соотношением бетн, это единица на у минус. На у минус c степени n плюс 1 на бета от u. Бетн, который мы собираемся применить в поле, стоящем в точке z, определяется линия равна единице на 2πi на такую штуку на z, где контур обходит точку z. Ну, а гамма n определяет так же, только здесь стоит, вообще неправильно здесь написал, здесь должно стоять n плюс 1 вторая. Гамма n должна равняться гамма n равняется u минус z. Мы связаны с общей формулой правильное введение. Вот если у нас имеется некоторый ток, ток опять же многозначный очень термин, током иногда в конформной теории поля, то есть не иногда, а часто током называют не обязательно целомерное поле, которое обладает размерностью единицы. А в принципе целомерное поле, которое является целомерным, имеет некоторую размерность S. То есть оно удовлетворяет условия здесь чертой, его убивают целомерным, и размерность поле равняется 5. Тогда правильное введение мод это сигнал у минус z в степени n плюс f минус 1 на жарку на газ. Значит, тогда если так сделать, то здесь правильно написал. У этого у B размерность у полей какие? У C размерность, если C размерность минус 1, это B размерность двойка. Бета размерность 3 вторых, а гамма минус 3, минус 1 вторая. Ну, соответственно, вот здесь вот может быть. Короче говоря, вот если используете определение мод, и тогда знаю такое представление через бозон, или зная сингулярные части, надо проверить такое упражнение. Что при каких n они моды бета, гамма аннигилируют. Вот. Итак, мы вводим эту зонизацию. После этого наши вакуум в картинах соответствует вот таким операторам. Это и есть примарные поля духовой сетки. Бета, гамма подсеткой духовой сетки. Примарные поля. Примарные поля, то есть там, они уничтожаются соответствующим набором соответствующей подалкивой нашей алгебры. Вот, теперь имеется в этом духовом секторе имеется тоже подалгебра, имеется тоже N2
в духовом сердце. Я написал, да? Умирание. Да. Вот. И два духовного сердца мы здесь увидим. Может быть неправильным крестьянством. И тогда, имея вот это, мы снова можем определить в духовом секторе. В духовом секторе можем определить этот генератор, который совершает преобразование специального потока. И он, значит, определяет, как есть степени это вот своего духового, так сказать, поля, которое здесь возинизует духовый ток У1. Духовый ток уже написан здесь, и мы должны написать его возинизование, написать вот таким образом. Я еще одно, не знаю, фи ввел, которое должно отличаться от всех фи. И теперь мы должны этот ток переписать через наши... Поскольку мы уже все базинизовали, то мы можем здесь написать явно не через те базоны, вот то, что здесь есть. И это будет... Да, вот здесь у меня такие другие обозначения. Это B от H духового. Это H духовый, значит, если подставить вот это выражение позиционировать, то у нас должен получиться, что этот базон равняется 3 φ минус 2 φ. Ну и, соответственно, на духовой оператор специального потока здесь есть степень это на 3 φ минус 2 φ. Да, еще что я должен сказать, я забыл. Когда я ввел картины, то должен был сказать, что значит, у нас имеется такое еще условие на согласование свойств взаимной локальности вершинных операторов и наших всех полей, которые у нас есть. У нас есть поля x, y, bc и bc гамма. В bc подходит. Ну и поля, которые из них построены, в том числе операторы симметрии, такие как N1 симметрия, N2 симметрия, они строятся из этих полей. И BST операторы тоже из них строятся. Все остальные поля, которые здесь вверх, они разбиваются ввиду того, что вот у нас появился фермионный оператор, мы говорили, разбивается на два подпространства. Нью-Шварцкое и Рамоновское. Если к Нью-Шварцкому относятся такие локальные поля, при обходе, вокруг которых фермион Пси фазы не убегает, корреляционные функции, в которые входит и Пси от У, и какое-то поле А от З, а также все другие поля, если я обхожу, делаю аналитическое продолжение по контуру, обходящему вот точку Z, не захватывающие все остальные точки, в которых стоят остальные поля здесь, то это поле Нью-Шварцевское, если корреляционная функция возвращается в себя, а если знак меняется, то оно Рамоновским называется. Так вот, должна быть когерентность такая, иначе мы согласованным образом не можем просто определить BRST
говорится, операции, мы говорили, они будут задерживаться. Просто если какое-то поле, оно является рамоновским по отношению к пси, то оно также является рамоновским по отношению к духам бета и гамма. И, значит, наоборот, если не вышвальдским, то по отношению к бета и гамма. Это приводит к тому, что у нас, что приводит к тому, что у нас возникает, когда мы строим, вот такое бозонное представление, то эти вертексы, которые вертексы, то вот эти вакуумы этих картин, которые соответствуют тоже полям, которые здесь написаны, они тоже относятся, соответственно, либо к Невишварцкому сектору, или к Рамоновскому сектору. И Невишварцкому сектору, соответствует Куцелли. Произведение этих
этому оператору, который здесь стоит две точки, на этот множитель. И означает это, что когда мы рассматриваем корреляционную функцию вот этих, этих двух операторов с другими полями φ в любом количестве, остальные не имеют сингулярных операторных разложений, то применяя теорему Вика, поскольку вся теория, которую мы рассматриваем, является такой гауссовой теорией, свободной теорией, применяя теорему Вика, мы вместо того, чтобы спаривать поля, стоящие здесь и здесь, и с другими полями, и между собой, результат такого порядка спаривания будет равняться спариванием вот полей, которые стоят здесь, только с оставшимися другими полями, обозначенными тремя точками, и здесь возникается это множество. Так, значит, ну, я повторяю, известный факт. И отсюда мы видим, что действительно, если что если Q является если этот оператор принадлежит к Неймишварцевскому сектору, то есть фаза не должна намекать, то Q должно быть целым. То, что я здесь и написал. А если этот вектор относится к Рамоновскому сектору, то Q полуцелый. Хорошо. Ну вот, значит, дальше в результате мы получаем, да, мы получили вид этого оператора U, который производит спектральные действия спектрального потока. Теперь нам нужно, это мы рассмотрели по секторам, у нас имеется духовный сектор и материальный сектор, теперь мы рассматриваем всю теорию в целом. У нас имеется полная алгебра N2. N2 полная, и центр энергии импульса полный равняется сумме центров энергии импульса материи и духов G плюс минус полный равняется минус духов и U1 ток. Соответственно, бозон, который нужен для того, чтобы построить астраль специального потока, уже во всей нашей теории, которая будет действовать на будет действовать, когда специальный оператор специального потока отображает из одного сектора другой, из Рамоновского Нейшварца, когда мы это, вот тот параметр, который входит в определение, там, в качестве вот такого множества перед бозоном у один тока, равняется полуцелому числу. Ну, например, мы можем взять равному, и будем брать это равно минус 1 вторая. Значит, у тока равняется и в степени минус 1 вторая на фи или на h, ну не знаю, и то, и другое неудачное обозначение на что. Мы написали уже выражение как для самих токов, так и для бозонизации. То есть, а что вот что такое? Это то бозон, производное от которого равняется полный U1 ток. Вот это здесь а что. А мы уже написали выражение в виде для этих полей, производных от своих бозонов, и в результате поэтому, используя эту формулу, мы восстанавливаем, чему равняется полный как выглядит полное выражение для бозона, для U1 бозона. Он равняется сумме, и на сумму остатков, это к
К, которые идут из материального сердца, которые базонизуют, фермионы, чтобы материального сердца К от 0 до 4 и плюс 3 Хи и минус 2 сигма. Вот, значит, через эти бозоны выражается, наш этот У-коп. И еще, значит, короче, я напишу его уже. У минус 1 вторая. Которая равняется, если это минус 1 вторая на сотку, равняется, естественно, экспоненте вот от всего этого дела. И мы можем, ну, я не буду ее переписывать, вот представляете это сюда, а мы просто видим, что здесь получается. Здесь получается произведение нескольких вещей. Во-первых, возникает минус 1 вторая на минус 2 сигма. Это есть степень сигма, первая, а не сама. А есть степень сигма, это 2С есть. Поэтому выражение для этого может быть написано С, а Z переписано так, С, а Z теперь. Теперь вот эта часть, что это такое? Ее степени минус и пополам на сумму всех HK. Если мы вспомним S, это есть S, у которого все торчат вниз. Эти самые S, все S, S, K, равны минус 1 шкафа. Я шукатый, кажется, все шукатый равняется минус 1 вторая. То есть это есть S, вот Z, а здесь минус 1 вторая, 5 раз минус 1 вторая. Одна из компонент этого спина. Ну, не знаю, как ее назвать. Ну, давайте я назову ее альфа. Альфа, но альфа специальная, альфа, вполне определенная. И, наконец, входит еще есть минус 3 фи пополам. Есть, я прямо так и напишу. Минус 3 фи пополам. То есть это, кто такой минус 3 фи пополам? Это есть вертекс, соответствующий вакууму сам. Он соответствует вакууму в картине минус 3 вторых. Минус 3 вторых. Значит, ну, получилось такое выражение. То есть, что мы про него должны заметить? Да, ну, значит, мы предполагаем, что нужно проверить, что он действительно действует, как он действует на поля, которые у нас на вертексные операторы. Таким образом, такой оператор действует на вертексный оператор. Значит, здесь на первый взгляд возникает такая проблема. Я вот не знаю, только не спросил, Володя, проделывали ли вы это упражнение для, в общем, так сказать, случаев, когда имеется. Проверяли и вы, что как действует вот такой оператор, что он действует нужным образом, как он действительно дает действие по самому специальному потоку. Это было или нет? Ну, мы начали вроде проверять. Не, на что? На вакуум? Да. Нет, есть вектор, значит, вот есть некоторый вектор V, который принадлежит какому-то такой движущей, который является примарным полем и который обладает зарядом. Нет, мы проверили, что заряд и размерность правильно преобразуете, все самое. Да, вы там вот производили такую процедуру нейтрализации, выделение нейтральной части, выделение заряженной части в виде экспонента.
Да, это был такой. Да, ну хорошо, тогда я повторюсь от чему, да, сделаем для этого случая. Потому что здесь мы специфика. Дело в том, что вот если вы помните, там, когда это когда проверяется это свойство специального потока для такого специального оператора, то там мы действуем. Мы действуем таким образом. Вот у нас есть оператор, который обладает зарядом ВКУ, такой примарный. И мы его можем вместо него ввести другой оператор, который обладает нейтральным относительно, то есть имеет заряд У равный нулю, помножив его на, написав его как нечто новое, помноженное на экспоненциальное поле и степени И 3 Q, у меня нумеровка такая, C на фи. И фи это фи это бозон, который дезонизовал в один куб, и бозон, у которого слияние выглядит таким образом. Фи на три логарифм минус z. Фи на три логарифм минус z. Вот, и, значит, где C – это некоторый центральный заряд, не равный нулю. И мы, значит, если вот вводим V таким образом, то, зная выражение для O1 ток через φ, видим, что из спаривания для φ вот этой экспоненты, видим, что вот этот экспонент в точности имеет заряд Q. То есть это тем самым нейтральный уже вход. И дальше вот удобно, может, не единственный способ, удобно таким образом смотреть, как сливаются все токи, которые у нас есть в N2 алгебры, вот с таким полем. И убеждаться в том, что происходит правильный сдвиг размерности, сдвиг заряда и изменение фаз. А вот что делать в нашем случае? В нашем случае наш самый полный ток H, у нас есть, когда я ввел полную N2, полную в теории, в которой есть и материальные, и духовые сектора, я забыл сказать, подчеркну, то мы получили теорию снова, в которой имеется N2 алгебра, супервиратура, с полным центральным зарядом, равным чему? Центральный заряд сложнее, скажем, духовый и материальный. Но это равняется 15 и минус 1. Так все и нужно, для того духи и вводятся, что в частности. Для того, чтобы определить гомологию, нам нужны были духи, суммарный центральный заряд, равен нулю. Поэтому мы не можем таким образом действовать. Если у нас имеется какое-то поле, то мы не можем заряженное, то мы не можем делить на C равно, потому что оно равняется нулю. Но мы так и не будем делать. Дело в том, что у нас мы можем сделать это, обойти эту проблему таким образом. Я сейчас проделаем это вычисление, и его будет видно, и как нужно делать предыдущие тоже. Сейчас отправление получается нулевое, да, будет полезно? Ну, в случае изоляции. Да. Ну, хорошо, это, наверное, мы запомним. Полный дух, мне кажется, это записано. Значит, давайте проделаем это вычисление. Возьмем
потоков, которые равняются HM плюс H группы, да? И заряд равняется натрию. Натрий — это значит 5 на логарифм, А H пуховое равняется минус 5 на логарифм у минус. Так, то есть в результате спаривание самого полного будет равняться 0. Вот. Теперь мы, теперь наши токи, которые G плюс минус тока пятая равняется плюс-минус
1 пятая или HM нафиг. HM нафиг. Прибавить же духовое, плюс минус по шляпке в две степени, а здесь минус плюс. Же духовое на 5. Да. Ну вот, и теперь мы можем, значит, таким провести это прежнее. Да, а теперь мы наш оператор V, вот этот, давайте я не буду писать, потому что невозможно будет сместить. Наш оператор V просто, я скажу, он зависит, он имеет два заряда по отношению к каждому истоку, и теперь мы подвергаем его вот такому преобразованию спектрального потока, умножая его на E степени, на E степени H, это на H что-то. Это А что-то равняется сумме вот этих H материального бозона и этого, но как, каким-то образом выглядит, и да, это новость, это мы сделали преобразование. Место, дальше место, это, да, я делал преобразование V, заменил на V, на V это, которое равняется исходному какому-то вертексу, который помножен на вот такую штуку. И теперь я должен убедиться в том, что у этого нового вертекса сделан с нужным образом заряд, и это. Ну, теперь я могу проделать просто отдельно, зная, как спаиваются эти экспоненты, они будут давать только добавочные самые. И убедиться в том, что, значит, этот вот это, давайте я сейчас формулу напишу, отпишу уже. Значит, этот новый ВЭТ, подверженный преобразованию, равняется В нейтральному. Я выделяю теперь все зависящее от заряда. Во-первых, вот эта штука, а во-вторых, вот то, что здесь написано, что это равняется А что-то, да, ну, конечно, здесь пишем, что А что-то равняется H материальный плюс H духовый. В результате наше V это равняется V нейтральному на экспонента одна пятая, пять это плюс ух материальная на H плюс одна пятая, пять это минус у духовое, на духовое. Вот. И, значит, результате у нас получится, что заряд после этого преобразования Q сдвинется на Q' равное исходному Q, а дельта-штрих, дельта сдвинется в дельта-штрих, равная дельта минус 1 десятая, то есть это минус Q духовая квадрат, плюс 1 десятая, то есть это минус QM в квадрате, 1 десятая куховая в квадрате, минус 1 десятая QM в квадрате. Что равняется дельта плюс это на Q. Вот. Короче говоря, мы получим в результате такое утверждение о том, как действует. Ну, это надо проделать вычисление. Я мог, конечно, проделать это подробно, но я кое-что еще хочу сказать.
Ну, полезно проделать, конечно, это. В результате мы получим, что оператор У это, который определяет, как есть степени это на А что-то, на что-то у нас есть какое-то выражение. Вот. Где в пути, мне кажется, чего у нас есть А что-то? Сумма по... Ну, сумма по и АШК. Просто и АШК, да? Да. И сумма АШК. И 3 пи минус 2 сигма. Плюс 3 пи? Да. Плюс 3 пи минус 2 сигма. Да. Вот в результате мы получим, что с воздействием этого преобразования наш генератор ЛН переходит этого твиста ЛН 4 равно ЛН плюс это на ЛН Т. А Gn переходит Gn' равно Gn. И наконец G плюс минус плюс минус n переходит G плюс минус штрих равно G плюс минус n n плюс минус n. То есть действительно мы переходим в другой вот. Отсюда видим другой сектор, если это возьмем равно там, минус 1 вторая, как мы потом возьмем, то мы переходим из Невишварска-Рамонский, из Рамонского-Невишварковский, и при этом происходит вот такой сдвиг. Что-то я неправильно здесь написал. А я неправильно написал. Если правильно. Л0 прибавляется это на Q0, на G0. Дельта переходит в дельта плюс это Q. Ну, С это 0 у нас. Нет, это результат вот этого вычисления, унифицированного.